Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами Богдан, это у нас игра под названием Демонологист. В общем, если кто не знает, что это за игра, в чем ее суть, это по сути та же фазмофобия, только намного страшнее. Именно за этим мы сюда идем, хотя на самом деле я не совсем понимаю, зачем оно мне надо, потому что последний раз я что-то страшное... О, кстати, яички жарят, смотри. Кто их жарит? Я только сюда пришел. Я не знаю. Я в последний раз во что-то страшное играл очень-очень давно, поэтому иммунитета к скримакам у меня никакого нет. Я не знаю, но надо попробовать, надо по-любому, потому что, ну, я так посмотрел, когда она вышла. Вышла она, кстати, совсем недавно. Это жесть, как страшно там. Там такие скримаки ебанутые. Но надо это посмотреть обязательно. Версия демо пока бесплатная. Если вам зайдет, то обязательно потом будем дальше играть. Поэтому погнали. Я на месте. Я на месте. Старый заброшенный дом. Вот такие вот предметы у нас. Хотя мне абсолютно плевать. Я даже не знаю, будем ли мы призрака искать сегодня. У нас есть даже есть журнал. Даже есть тут дохренища призраков. Но... Ой, блядь, пиздец. Сейчас будет. Так, я взял фонарик. Это у нас... Пиздец какой-то. Тут звуки, конечно, ебанутые. Так, взял это. Вот это еще рация. Так. А меня слышно? Кажется, слышно. Да, вроде все нормально. Все нормально. Хорошо. Хорошо. Поехали, блядь. Ну, это охеренно. Вот, собственно, наш домик, который мы сегодня будем обсираться. Блять, нахера я сюда иду, я не понимаю. Это пиздец. Звуки ебанутые, прям с самого начала. Так. На Е все открывается. Погнали, заходим. Заходим, ищем призрака. Ебать! Хорошо, я понял. Я понял, начало хорошее. Добрый день. Тут нихера не видно, подожди. О, так уже лучше. Блять, ну это ебанешься. Как можно такую страшную хрень создать? Все скрипит нахуй. Hello, блять. А ну меня услышит. Я знаю, что тут надо сказать имя вот это. Виктория. Работает. Работает хорошо. Ой, блять. Фотография ёбнута. О, блять, нахуй! Что это? Не, я пошел отсюда. Я пошел отсюда. Нет, я произносить не буду. Мне что-то не хочется пока. Ой, блядь. Может, я пойду обратно? Пока вообще никаких, кстати, признаков, ничего нету. Надо свет включать, а то я хожу, блядь, с этим тусклым фонарем. Ту-ту-ту-ту. Hello. Что это за завывание индейцев? Все? Вообще тишина, кстати. А призрак по-русски понимает? Блять. Ок. Закатилось так. Закатилось. Так, ищем. Где-то же он должен быть. Блять, что это такое? А, это ебать, просто столб, нахуй. Давай свет включим. О, так получше. Так намного лучше.
и здесь включим. О, заебись. Что такое? Где? Здесь, да, он? Что за звуки? Что за звук? Он что, ды... Ой, блядь, нахуй. Кто-то бегает. Кресло двигается. Да ты ебанутый, чел. Ты зачем? Зачем поджигаешь камин? Оно надо под... Нет, двойка, тройка. Так, хорошо, я понял. Так, ты меня слышишь? Или что надо, я не знаю. Where are you? А я не знаю, воспринимает игра этот английский язык. То я сейчас как долбоёб буду британцем. Я уже весь английский забыл даже. Hello. How old are you? Что такое? Да ну нахуй, блядь, я в рот ебал, я пошел отсюда. Сколько? Четверка? Ну была пятерка уже, он столько за мои действует. Хе-хе-хе, блядь. Так, ладно. Вот это я бросаю сюда. И, в принципе, вот это я бросаю. Я пошел отсюда. Как отсюда выйти? Я не помню, как я пришел. Подожди. Нет, я не помню. Ага, все, хорошо, я знаю. Ой, блядь. Просто какая-то жопа. Ладно. Это, кстати, моя машина. Я даже палатку тут раскрыл. Как я ее сам вообще такую всю раскрыл? Так, вот эту штуку берем. Вот эту штуку берем. Это какое-то стекло. Вот надо вот так смотреть. Окей. И у меня вот это вот, я не знаю, что это такое. Это похоже на как будто... Я не знаю даже. Вот когда вот чувака сердце останавливается. Идем. Так, пожалуйста, не надо меня пугать. Я очень прошу. Так, вот эта комната. Тут камин работал. Так, поставил эту штуку. Сколько? Не, ну четверка это фигня. Надо вот тут поставить. Не-не-не, фигня. Так, смотрим на стены. Это пиздец. Я нашел первую улику. Вот эта вот белая хрень на стене, это первая улика. Типа эктоплазма. Так, журнал, улики. Ой, блядь, улики, следы. Нахера он кресло двигает постоянно? О, это камин. И телек. Ой, бля. Жопная история. Так, ну вот это мне больше не надо. А у меня только фонарь есть. Давай говорить с ним, давай пробовать говорить. Can you hear me? Ну он меня как бы слышит. Может все-таки МП? Слушайте, ну пятерка должна быть. А максимум 4. Какие-то звуки странные. Что такое? У меня какие-то галлюцинации. Ой, блядь! Что за жирный хуй? Какой активный.
Пиздец, так, я видел, вот это вот колесо показало жирного хуя. Это, по-моему, вот эта фигня. Вот это ЕСГ. И у нас одна... А, у нас еще отпечаток. Отпечаток может быть, точно. Точно. Может быть отпечаток. Пошли отсюда нахуй. Да-да-да, я понял, я все понял. Так, а как выходить? Нет. Я потерялся. Подожди. Я что-то потерялся. О, сюда. Блять, мне даже поворачиваться тут страшно. Это пиздец какой-то. Ну, тут уже спокойно так. Ой, блять. Там какой-то жиробас. Я не хочу. Я не хочу туда возвращаться. Нам одна улика осталась. А кто это вообще у нас может быть? Кто из вариантов? Блять, да хуя вариантов. Иблис, блядь. Призрак по имени Иблис. Это же надо было придумать. Наверное, очень опасный призрак. Так, фонарь ультрафиолетовый. Потому что на радиоприемник он вроде как не отвечает. АМП нет точно, минусовой нет точно. Кстати, скримеров не так много. Ну, наверное, зря я это сейчас сказал. Ту-ту-ту-ру-тум. А я могу сюда зайти. Вот так. Вот тут же его комната. Блять, пиздец, он тут активный. Что такое? Так, как мне найти эти следы? Он же кресло двигает. Наверное, не будет на кресле. Предположим, это отпечаток. Ой, это не я открыл, подожди. Пока нету отпечатков никаких. Ой, нахуй. Не, ничего не вижу. А вот это было разве сломано? Или это я такой внимательный? Ну что-то активничать он перестал, кстати. Давай наверх. О! Детская игрушка. Ну нету этих. Надо двери закрыть. Вот так. Вот так хорошо будет. Свет, может, вырубит. Выключи свет. Там, я не знаю, открой дверь, open the door. Open the door. Или он не понимает этого. Или он ленивый. Ну, слушайте, ну он так чисто телек себе поворачивает. Камин подогревает, чтобы пузику тепло было. Кресло двигает. Ой, блядь. Ну, красавчик. Ну, а куда ты целился вообще? Ну, он не в меня целился, это радует. Добрый, видимо. Видимо, добрый, блядь. Давай пробовать говорить. Hello. How old are you? Do you hear me? Я больше языков не знаю. Ще можу українською сказати щось. А ну. Дякую, блядь. Дякую за кон... Ні, он только вот этим занимается. Ебать, картина страшная. О, блядь! Ус! Я нахуй я в рот ебал. Ебать, пиздец! Просто сзади меня хуйня появляется. А свет он тушил? Ну, слушайте, минусовой нет. На телеке отпечатков нет, хотя странно. Или... Приседать я, кстати, не могу. Блять, тут только этим и занимается. Он двигает чисто это кресло. Hello! Hello, hello!
Can you hear me? Он... Can you talk? Can you talk? Что-то наслаждайся, пока ты можешь. Я понял. Я не наслаждаюсь абсолютно. Мне очень страшно. Если ты этому рад, то он молодец. Я хуй знает, что делать. Он улику не дает следующую. Ну, почему-то, мне кажется... Can you hear me? Игра меня слышит. Игра меня слышит, потому что там работают вот эти все пасхалки, господи. Я не знаю, может походить? Ну слушайте, ну максимум 4, ну 5 не дает, он тут столько уже двигал, он бы дал 5. А нахер я вообще тут стою, может мне домой пора уехать, там наобум что поставить? Ну не хочешь, как хочешь, ну типа больше тут ничего нет, ни минусовой, ни отпечатков, блять. Свет он не выключает, может надо выйти почитать? Ну я хз, типа... Давай выйдем, почитаем. Я что-то не сильно хочу к нему идти, блядь, особенно когда вместо статуи появился какой-то хер. Кто у нас может быть? Диоген. Ага, это Райдзю. Юрей. Ну, это из Фазмофобии. А вот какие-то два еще. Намах, Гуипо, блядь. Давай Гуипо почитаем, где он. Гуипо. Охуенный призрак. У нас нет никаких данных. Намах. Ага. А, есть же еще рисунок на холсте. Точно, точно. Есть же еще одна улика, я дурак. Он мне не дает никакие улики, потому что, скорее всего, есть еще одна улика. Так, я пока фонарь. Что у меня? У меня только два предмета, хорошо. Есть же еще вот этот холст. Чтобы проверить, художник ли с нами или нет. Так, где эта штука? А я забыл. А я забыл. Вот мне кажется, это оно. Хотя мы можем просто взять и поставить. Ну давайте, давайте уже пойдем, как мужики, поставим. Скорее всего, сдохнем, потому что скоро атака начнется. Я еще не посмотрел, какой у меня рассудок. Каменчик мне разогрел, спасибо. Не, давай по-другому. Вот где ты там взаимодействовал. Так. Поет. Я не понял, что, но поет. Draw me Mona Lisa, please. Не, давай телек ты потом посмотришь. Сначала порисуем, а потом я уеду. Пиздец. Бля. Радиоприемник. Радиоприемник. Все, я пошел. До свидания. Он не художник, нихуя. Это не художник. Это не художник, это... Блять, кто это? Сейчас узнаем, кто это. Это у нас радиоприемник. Я просто его держал на месте, он ответил. Так. Некрофон. Гуипо. А, ваш выбор Гуипо, подтвердить. Все, Гуипо. Заебо. Поехали отсюда. Блять, какой же мрак. Ну я не знаю, мне, например, больше, чем Фазмофобия нравится эта игра. Вот именно потому, что страшная, но это пиздец. Я еще, кстати, немного скримеров отхватил. Что это? Камера. А зачем мне камера на улице? Вот где я выхожу. А меня увидит? Да, вон я хожу, смотри. А какой, как-то странно, я вот тут так беру, останавливаюсь и уже не хожу. А какой у меня, кстати, рассудок? 56%. Ну, слушайте, я наполовину отупел, но мы, в принципе, поняли, кто это у нас. Какой-то компьютер, ничего себе. Куча всего. Короче, шо, у нас жирный Гуипо.
который любит там поправлять телевизор, двигать кресло, что-то ему там неудобно постоянно. Ну и, естественно, разогревать себе камин, чтобы тепло было. Поехали отсюда. Как отсюда уезжать? Как отсюда уезжать? Как это делать? Зачем мне инструменты? В общем, если вам игра понравилась, то обязательно... Что за шепот? Блять, нет, надо как-то валить отсюда. А как свалить? Может, через машину? О, мой багажник. Кто открыл багажник? Пивка сколько? Ну, я, ну, в принципе, кстати, только пьяным сюда можно приехать. Нахер что-то творить? Бредятина. Блин, какой же мрак, жопа. А, поехали. Да, я вернусь в безопасный дом, давай. Так, ну, в принципе, на этом все. Меня выгнали из демоверсии. Ну, скорее всего, это был Гуипо. Хорошо. В общем, если игра вам понравится, обязательно об этом пишите. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.